5 и 6 лет лишения свободы получили налетчики, ограбившие магазин. Их добычей стал килограмм арахиса и дневная выручка. Даже спиртное не прихватили. Это произошло в апреле. Двое мужчин зашли в павильон на Щорса, пригрозили продавщице битой и ножом, выгребли наличку из кассы, забрали орешки и удалились. Потерпевшая оценила ущерб в 23 тысячи рублей. Грабители задержали через несколько часов. При себе у них осталось всего 7 тысяч. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.